Блин, Кобяков, давай быстрее! Скоро они уже? Да-да, скоро! Не понимаю, а смысл этой традиции, пацаны? Не знаю, так в Человеке-пауке когда-то делали. О, идут, идут! Так, я в порядке, я хорошо выгляжу. Да-да-да. Здрасте, это школа А4? Да, это здесь школа А4. Ага, значит, мы пришли учиться. Ну, тогда добро пожаловать на торжественное открытие школы А4! Что не работает? Ну что, ребята, торжественно перерезаю. Так, и ты в туз... Куда ты читал? Мы же репетировали. Перерезание ленточки. Ура! Слово предоставляется директору школы Владиславу Андреевичу Буване. Кто последний в класс, тот лох. Ты последний. Ну что, ребята, сегодня я буду у вас вести урок физики. Это не займет много времени. Вообще, я считаю, что уроки должны длиться минут 10. Да! Молодцы, молодцы. Итак, тема сегодня супер простая. Короче, рассказываю. Был как-то мужик один. Уснул под дерево. И ему на голову упало яблоко. Он крикнул «Эврика!» и придумал закон притяжения. Понятно? Нет. Ну как нет? Вот ты, кинь мне пенал. Вот же! Вот! Закон притяжения! Ну теперь стало понятно? Да! А теперь... Контрольная работа! Да ладно, будет весело! Короче, вам нужно избавиться от всех предметов на ваших партах, используя только силу притяжения! Ну молодцы! Отлично! Всем пятерки! На этом урок закончил. Тему мы усвоили, правильно? Да! Вот, на перемену! Это что, есть школа? Ну да. Я себе все это по-другому представлял. Как ты себе это представлял? Ну, знаешь, там эти метла летающие, шляпа по факультетам распределяет. И вообще, когда там палочки выдадут? Вингардиум Левиоса! Ты серьезно? Ты что, думал, как в Гарри Поттере будет? Ну да, а что, нет? Понятно все с тобой. Ему тут делать нечего. Ну хватит вам, ребят. Человек первый раз в школе. Сейчас мы тебе все расскажем и покажем. Ты моя девочка. Только без этого. Смотри, там будет расписание уроков. Вон там вперед и налево кабинет директора. А на первом этаже столовка. А это что за стариканы? О, а это знаменитые писатели и поэты. Я, в общем, хочу посмотреть поближе. Я вам догоню. Идите. Идите. Ребят, напомните, зачем мы на это согласились? Как зачем? Чтобы помочь своему другу. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Вы новенькие? Да, все верно. Меня зовут Тамара Ивановна, я ваша классная руководительница. У вас всего 3 человека? Не-не, нас 4, сейчас еще одного позовем. Так, клоун, ты что здесь делаешь? Там уже учительница пришла. Ну куда сюда, быстро? Да, сейчас, да, подожди, да, секундочку, да, да я рисую. Нельзя. Да последний осталось, ты что ты? Ты понимаешь, ты сейчас вылетишь из школы в первый день. Господи, какой ты душнила, а? Ты же прикалываться не даешь. Пошли уже. Так, а вот еще наш ученик. Это клоун, клоун. Это Тамара Ивановна, наша классная руководительница. Большая честь познакомиться с вами. Кстати, это для вас. О, как приятно, спасибо. Это еще не все. 3 за четверть мне вполне хватит. Что-то я не поняла вас, молодой человек. Это клоун так шутит. Шутник. Не обращайте внимания, он клоун разукрашенный. Ну, пусть тогда ваш весельчак не забывает, что это в первую очередь школа. И если будет себя плохо вести, вылетит как пробка. Понятно? Да, Тамара Ивановна. Да, Тамара Ивановна. Вот и отлично. Жду вас на уроке через 7 минут. До свидания. До свидания. Что-то она злая какая-то. Ты сам не догадываешься, что она злая? Че, мало дал, да? Все, ребят, давайте в кабинет. Скоро урок начинается. Ну а че? Рюкзак бери. Никто пустые конверты не дает. Ну, ребята, вы чего? Ну, да, господи, это же нормальное дело. Это практика такая. Это ваши учебники. Обязательно подпишите их. О, автограф. Ну, наконец-то узнали. Маре Ивановне от клоуна. Не благодарите. Что делаю?
говорить? Клоун, я имела в виду с обратной стороны подписать учебник, чтобы с чужим не перепутать. Ты можешь просто делать то, что тебе говорит учительница? Кстати, клоун, а я не поняла, где школьная форма? Школьная — это типа как эти лохи одеты. Чего? Да ладно, закипай чайник. Не, ну скажите ему. Так, топай из класса и без школьной формы не возвращайся. О, ладно, ладно, женщина-кошка. Господи, какое занудство. Ну нет у меня школьной формы, нет! Что мне теперь делать? Украсть ее? О, это идея! Так, что у нас тут? Ага. Опа! Вот это удача! Эх, растяпа! Нельзя оставлять вещи без присмотра! Тамара Ивановна! Все для вас! Принимайте! Как-то ты быстро, клоун. Доставка! Слышал о такой штуке? Ну ты теперь свежее хлеба. А деньги откуда взял? Твои карты снял, щенок. Эй, ты че, вообще офигел? Ой, да шучу я, кучерявый, постоянно на все ведешься. А где ЮПИО? Ну вот, клоун, другое дело. А теперь со всеми подписываю учебники. Ну что ж, начинаем наш урок. Как меня зовут, вы уже знаете. Давайте узнаем, как зовут вас. Я Риви. Я Сергей. Я Глент. Клоун, ты сюда. Я Балбесов Клоун Клонович. Очень приятно познакомиться. Но я вас прошу сдать свои мобильные телефоны, чтобы они не мешали учебному процессу. Отлично. Теперь можем приступать к занятиям. Первым у нас идет русский язык. В доске пойдет Глент. Давай, Глентик, разорви все! Че сразу Глент? Я вообще здесь не по своему желанию нахожусь. Молодой человек, я вас не спрашивала. А вы, клоун, давайте потише. Или первым хотите пойти? Сори. Я вообще, я могила. Так, что делать? На доске карточки с буквами. Тебе из них нужно составить хотя бы 3 слова. О, так это вообще изи. Ду-ло. Мех. И пускай будет юг. Все, я составил. Вот, молодец, вижу, знания какие-то есть. В смысле, какие-то? Вы знаете, сколько раз я школу заканчивал? Не знаю, но садись. А сейчас к доске пойдет клоун. Ты где? Здрасте, у меня просто ручка упала. Нашел? Я еще поищу. Так, клоун, найдешь потом. Ну-ка, давай к доске. Да блин, что за подстава? Задача такая же, составить 3 слова. Что это задачка для малолеток? А вот эти уже собранные не подходят? Не подходят. Не подходят, логично. Павшнача? Задание что-то непонятно? Ага. Нужно составить 3 слова из этих букв. Из всех, что есть на доске. Теперь понятно. Ладно, давайте я вам помогу. Как вы называете своего друга Сережу? Ага, так бы сразу и сказали. Готово. Что вы такое пишете? Такое нельзя, да? Да понял, тогда сейчас. Та-дам! Ты шутки вздумал шутить? Да я реально его так называю, реально. Ясно, мы не из таких дурь выбивали. Садись, 2. Я вам это припомню. Что вы сказали? А, ничего, вам просто послышалось. Скорее бы перемену уже. Ребята, всем привет! Сегодня я буду учить вас химии. Короче, я всегда считал, что в химии самое интересное — это смешивать все подряд, а потом смотреть на реакцию. Главное — ничего не взорвать в процессе. Так же веселее! И то правда, но меня потом посадят. Я несу за вас ответственность, поэтому надевайте защитные очки, которые лежат у вас на партах. Все, теперь вы в целом готовы. Берите, смешивайте все, что хотите, и посмотрим, что получится. Ну вообще, золото, а не дети. Ребят, не знаю, кем вы там собираетесь стать в жизни, но единственное, что мне понадобилось из химии, это то, что вода – это H2O. Ну что, давайте проверим, что у вас там получилось. Я понял. Так, какой вывод мы из этого можем сделать? Если намешать все подряд, получится какая-то черная жижа. Все, всем спасибо, урок окончен, меня не беспокоить. По одному становимся и заказываем. Кобяков, детей подкармливает глюкозкой. Да, отличная школа получилась. Потенциал у этих детей есть. Может, даже блогерами станут. Ага. И вообще, ради чего нас в школе так прессовали?
Попкорн, пожалуйста. Так попкорн стоит $5, а у тебя только один. Пожалуйста. Слушай, держи. И ни в чем себе не отказывай. Спасибо! Да. Попкорн, пожалуйста. Ну ладно. Тебе что? Можно гамбургер? Тьфу, и гамбургеры есть. Держи. Спасибо. А можно пиццу, пожалуйста? Да, конечно. Так, хватает. На один кусок хватает. Ладно, первый день. Держи целую. Спасибо. Можно сахарную вату, пожалуйста? Да, сейчас приготовлю. Держи. А, спасибо. Стой. Спасибо. А вам что? Прибыль. Вы быстрее. Вы кушайте. Это мое. О, премия, спасибо, босс. Пойдем. Все, пока. Лентик, я когда-нибудь говорил тебе, что ты классный мужик. Скажу прямо, мне нужно, чтобы ты на шухере постоял. Хочу пару пранков училки сделать. А, пранки? Пранки это нормально, пранки это можно. Так уж и быть, помогу тебе пирожочек. Это вообще-то мое слово. Я вообще-то тебя и засудить могу за кражу интеллектуальной собственности. Понял? Бабок с тебя стрясу. Ты мне вообще-то сам должен. Ладно, все, извини. Станешь на шухере? Хорошо, давай, делай свои пранки. Веселуха начинается. О-ля-ля, кто любит грызть ручки? На этот случай у меня кое-что припасено. Да, баска. Немножко огненного дыхания. Готовы? Петь суперклей. Ну, это классика. Вот как раз у нас есть прекрасный журнал с оценками. Сейчас мы это все используем. Так, вот сюда. Забер. Теперь главное. Вынесет будильник, а какой бы звук поставить? А, вот это подойдет. С их телефонами то же самое. Закашлялся. Веселуха начинается. Итак, начинаем урок математики. Открываем свои тетрадки и пишем. Классная работа. А я пока заполню журнал. Это что такое? Так, кто склеил журнал клеем? Признавайтесь. Ну, это точно не я, Тамара Ивановна. Я вообще за дверью всю перемену тусовался. Эх, Риви, как тебе не стыдно? Чего? Это не я. А с виду такая примерная девочка, да? Тамара Ивановна, 2 балла ей за вранье получается. Ладно, с этим позже разберемся. Это перец? Ты сделал? Ручку перцем намазал? Уравнение давай решать. А, у нас математик. Я поняла, кто это все устроил. Клоун, я тебя отведу к директору. А что сразу я? Еще одна выходка, и пойдешь вон из класса. А теперь открываем тетради и будем решать дроби. Ага! Это звонок с урока! Ха-ха-ха! Домой, ребята! Где это звучит? Я тут ни при чем, если что. Я тут ни при чем, тоже. Я тоже ничего не делала. Так, идем дальше. Так, клоун, с меня хватит. А ну, вон из класса. Ха, сработало. Зашквар сидеть здесь с этими задротами. Мы вообще тут из-за тебя находимся. Ну, бывает, что поделать. Выгнали. И дневник мне на стол положи. До свидания. Вот балбеса. А раз клоун уже выгнали, можно нам телефоны назад? Ты глянь, уже следующий урок начался, а он даже и не подумал прийти. Это, а может я его приду поищу? Мало ли что там с ним случилось. Давай, Глен, сходи. Окей, no problem. 10 минут уже нет. Они вообще страх потеряли. Давайте я схожу за Глентом и клоуном. Иди, но только что вернулся через 5 минут. Обязательно вернусь. Не, ну это уже наглость какая-то. Риви, где твои одноклассники? Я даже не знаю. Пойти поискать? Ты хотя бы ответственная. Попробуй найти и передай клоуну, что я его прибью. Сейчас уже урок закончится. Но это наглость. Как сквозь землю провалились. Ах, вот оно что. Кружок он организовал.
Осталось понять, в каком кабинете проходят эти ваши занятия. Алло, здравствуйте. Клоун Клоуныч Балбесов. Ой, так приятно. Увидела ваше объявление о наборе в кружок. А в каком кабинете это проходит? Поняла. Зайду, да, да, зайду, спасибо. Ну, Балбесов, я тебе устрою. Да не расстраивайтесь, ребята, ну с кем не бывает, просто мне сегодня везет чуточку больше. Ты где-то мухлюешь 100%? Так, слышь, салага, попрошу чуточку уважения к организатору турнира. Ах, вот вы где все. Это что у вас за кружок? Это Таро, гадаем. Королем? Вы кого обманываете? А я-то думаю, куда все пропали? Они здесь карты играют. Еще и ставки ставите. Позор школы. Клоун, как тебе не стыдно? У половины школы телефоны забрал. Обеды, тетрадки. Уже родители звонят, жалуются. А ну быстро пошел и вернул всем детям то, что у них забрал. А я вас всех вчетвером жду в классе на контрольной. Так, Тамара Ивановна, она же завтра должна быть. А будет сегодня. Даю вам 5 минут. Так, ладно, я пошел повторять. Быть смелым. Перед вами огромные холсты, и вы их даже не заметили. Рисовать будем прямо на партах. Сейчас дам фломастеры. Знаю, что в школе это запрещено, но в школе А4 можно все. Приступаем. Так, молодцы, молодцы. Ну, красота. Эту парту хоть ты вешай на стену. Вот здесь можешь молнию нарисовать. У тебя что? Звездное небо, да? Можно здесь луну нарисовать. О, отлично. Ну чё, народ, мы придумали для вас кое-что очень интересное. Уроки вождения. Прямо в школе А4. Мы сделали вот такую вот полосу препятствий, и у каждого из вас будет свое собственное транспортное средство. Выбирайте, кто на чем поедет. Я на машине. Опа, чилик на Rolls-Royce. Ройси, я тебя понял. Я на гироскутере. Гироскутер, уважаемо. Ну, самокат. Самокат и скейт. Ну, тоже молодежно. Кто хочет начать первый? Я. Ну, конечно, ты на Роллс-Ройсе. Начинай. Что я тебе могу сделать? На Роллс-Ройсе уже не откажешь человеку. Так. Все правильно, ты на Роллс-Ройсе. Заезжай за препятствие. Да, паркуйся в неположенном месте. Тебе можно все. Воу-воу-воу-воу. Молодой человек. Движение стоп-хам. Вы припарковались в неположенном месте. Давай, давай, уезжай, уезжай. За тобой гонится с наклейками. Давай, едь, дави их. Правильно. Ой, я так не должен учить детей. Точнее, нельзя так делать. Но на Роллс-Ройсе можно. Итак, финиш. Ну что я могу сказать, Ефим? Ты не особо напрягался, но в этом-то и дело. Ты на Роллс-Ройсе, имеешь право. Кто следующий? Я. Окей, погнали. Давай, становись. Тише, тише. Оп, встала. Все супер, все хорошо. Добро пожаловать на экстремальное вождение с Глентом. Я буду создавать тебе стрессовую ситуацию. Ульяна, осторожно! Спокойно, спокойно, не реагируй на меня. Я просто дикий водила, я в крайней правой полосе. А, куда прешь? Куда ты прешь? Это я воспитываю ребенка стрессоустойчивость. Но Ульяна отлично справляется. Мне кажется, она вообще меня не боится. Ученик не должен бояться учителя. И ты на финише, поздравляю. Это было очень быстро. Кто там следующий? Прошу. Вперед, спасибо. Все правильно. Вот это джентльмены. Мы воспитываем только джентльменов. Настя. Итак, Настя, стартуем. Представь, ты водитель такси, я твой клиент, твой пассажир. Срочно, я опаздываю в аэропорт. У меня в аэропорту жена рожает. Быстрее! Давай, Настя! Еще, еще. Виражи, виражи. Тут скорая. Все, представь, ты на реанимации, ты едешь быстрее. Стоп! По-моему, это лучшее время. И это лучшая мотивация. Мне нельзя работать с детьми, мне кажется, почему-то. Но мы же в самой лучшей школе. Здесь можно все. Костя? Я почему-то хочу отказаться от этой шикарнейшей идеи. Ты не хочешь кататься на скейте, да? Но он маленький. Держи, Костя. Я дарю тебе это транспортное средство на время испытания. Спасибо большое. Становись. Только подожди, давай я тебе скорость переключу, ты разобьешься просто. Все, лампочки включены. Давай, 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 давай. Костя, Костя, давай. Давай, притопи. Еще, 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 еще. Я тебя пешком догоняю, Костя! Вправо, вправо, резко влево. Полицейский разворот. Пошел, пошел. Финиш! Стоп! На этом наши уроки вождения заканчиваются. Ну а вам удачи на следующем уроке. Погнали, погнали, погнали. Бегом, 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 бегом. Бросайте все, я все сам соберу. Оп-оп-оп, захвати портфель друга. Давай, 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 быстренько, быстренько, быстренько. Фух. Детишки, цветы жизни. Ребята, я ваш учитель по географии, но я придумал кое-что поинтереснее. Сейчас же все равно можно куда угодно добраться с помощью карт, навигаторов. И поэтому у нас сегодня будет урок ТикТока. Давайте, заходите быстрее. Сейчас научу их видосы клевые снимать.
Тут у нас вместо глобуса кольцевая лампа, много света и, конечно же, зеленый фон, хромакей, чтобы можно было потом монтировать крутые видосы. Сегодня я буду вашим оператором, а вы главные герои. Круто! Круто! Ну что, готовы снимать тиктоки? Да! Бросайте портфели сюда. Давайте, начинайте, заходите в кадр. Сейчас. Так. Я включаю камеру, а музыку потом наложим, да? Свет. И поехали, я снимаю. Отлично, отлично. Так, пацаны, не отстаем. Действия повторяем, да, отлично. А давайте теперь вы с нами. А я не умею танцевать, как вы. Да какая разница, мы тоже танцевать не умеем. Ну ладно, хорошо, давайте попробуем. Сейчас поставлю. Ну круто, слушайте, у меня тоже получается. Весело. О, звонок! Все, бегите, бегите! Звонок для учеников! Не смею вас задерживать! Веселый урок получился! Мне даже понравилось! Посмотрю, что-то получилось! Так, шпоры вроде бы распихал. Можно заходить. Тамара Ивановна, мое почтение! Садись за парту и бери двойной листок. С удовольствием. Так, стоять! Чего ты такой веселый, балбесок? Нормальный, обычный клоун. Решил контрольно написать. Поргалки, небось, подготовил. Что? Да как вы могли подумать? Какая низкая ересь! Я не такой, вот простите у ребят. Он такой. Лучше молчи, дохлый. Так, ну-ка показывай, что у тебя там в шляпе. Пожалуйста. Оля-ля, да вы прям фокусница. Шутки вздумал шутить. Да у тебя наверняка там шпоры. Это снова вам, Тамара Ивановна. Опять подкупить меня хочешь? Давай, поворачивай карман. Все понятно, все ясно. Еще что-то есть? Все. Вот теперь можешь садиться и будем писать контрольную. Доставай двойной листок. Ну ты лошара, конечно. А ты чего улыбаешься? Ты вообще тоже контрольную пишешь? Я напишу. Я уже 100 раз в школе был. Вообще-то да, мы тебя пришли учить, а ты не хочешь. Ай да ну вас, предатели мелкие. Я без вас как-нибудь напишу. Дай лезть. Тамара Ивановна. Балбесом, что это? Нет, ну надо. Ну в туалет мне можно? Нет, терпи. Тамара Ивановна, у меня недержание, понимаете? Вы не хотите знать, что дальше произойдет. Если я начну прямо здесь, вот так... Так, ну... ладно, мигом ходи. Я пулей. Пулей. Алло. Тамара Ивановна, добрый день. Не могли бы вы подойти ко входу в школу? Тут у вас доставочка подошла. Я вроде ничего не заказывала. Ну ладно, подойду. Птичка в клетке. Так, ребят, я сейчас вернусь. Вы шить, пожалуйста. Так. Слушай сюда, мелкие, если кто-то меня сдаст, я того до конца жизни кошмарить буду, ясно? Я не слышу, ясно? Ясно, ясно. Вот вы мои золотые ответики. Есть контакт. Странно. Видимо, какая-то ошибка. Ребята, продолжайте писать контрольную. Я уже написал. Я тоже все. Я тоже все. Я тоже. Почти все. Вот уже сейчас. Ну, раз вы такие оперативные, то я прямо сейчас и проверю ваши работы. Сейчас узнаем, кто что получит. Да, клоун? Да, Глен. Тамара Ивановна. Ну да, еще за вас. Итак, результат. Риви, молодец, 5. Глен, молодец, 5. Сережа. Так, ну а мне что? Мне что? Давайте, не стесняйтесь, отличника должны знать в лицо все. А, вот она. Ну, конечно, удивил ты меня, клоун. Такой работы я еще никогда не видел. Вот она! Вот! Я все выучил, все здесь, здесь! Только проблема в том, что ты выучил, видимо, что-то не то. Я вот зачитаю, чтобы весь класс слышал. Задание номер 1. Назовите столицу Франции. Клоун отвечает синоним. Задание номер 2. Назовите, сколько материков существует на планете Земля. А он отвечает подлежащее и сказуемое. Я просто... Ты просто подсмотрел у меня ответы по русскому языку. И даже не посмотрел задание, которое тебе нужно писать. Поэтому, клоун, 2.
Да уж, такого даже я не видел. Чтоб жизнь малина не казалась. Готовьтесь к следующему уроку. Ну что, клоун, как тебе первый день в школе? Прикольно, конечно, но местами скучновато. Наверное, я впервые соглашусь с клоуном. Реально, в школе как-то стало скучно. Раньше было круче. А что было раньше? О, знал бы ты, как круто было. Как? Я на перилах школьных катался. Вау, неплохо. А что еще? Ну там в ларек за школой за сухариками бегали. О, как мы уроки прогуливали. А что сейчас не прогуливаем? Ну так годы уже не те. Да какие ваши годы? Че вы как сливы кислые? Как вам идейка? Уроки прогулять, а? Чё, звучит прикольно. Чё вы думаете? Ребят, я пас. Я не знаю, конечно, весело будет, но что-то сомневаюсь. Да вы чё, ребята, вы хотите испортить мне мои школьные годы? Ясно всё с вами. Один вшивый урок прогулять не могут. Ты чё? Да реально, клоун впервые что-то адекватно предложил, а мы сливаемся. Ну, в принципе, всего лишь один урок прогулять. Чё такого? А чё вы на меня смотрите? Хватит, ребят, ну не знаю. Это быстро. Ладно, честно говоря, я ни разу еще не прогуливала. Другое дело. Представляю, как офигеет училка, когда вернется. Все, тогда валим, пока она не вернулась. А, да, вы пойдите, а я вас сейчас догоню. Чего? Сейчас догоню, я это, придумал, какой пранк на дорожку сделать. Ну ладно, хорош, давай, догоняй. Че, в столовку? За пиццей! Тамара Ивановна, это клоун. Балбесов, да. Не хотелось бы показаться шестеркой, но хочу сказать вам по секрету. Ребята собираются прогулять урок. Да. Что у вас? Что? Лохи. Держите, это ваш дневник. Риви, это ваш дневник. Чё? Такая... И это ваш. Глент. Ну, Тамара Ивановна, это не мы, это клоун нас подговорил, а сам остался. Ну, конечно, во всем виноват клоун. У вас что, совсем своего мнения нет? Вот именно, совсем без своего мнения. А вот Балбесов молодец. Он не молодец, он... Так, все, класс, тишина. Балбесов, я с этими пока проведу беседу, тебя могу отпустить на 15 минут раньше. Вы мудрая женщина, Тамара Ивановна. Удачи вам, прогульщики. Козел, как ты... Что за слова, Глен? А ну-ка быстро дневник сюда. Я только что давал дневник. Давай. Ребята, что вы делаете? Силу притяжения проверяем. Вы же нас сами учили. Так, ребята, вы не надо вообще все на учителя валить. Мы с вами на уроке посуду вообще-то не били. А если бы кто-то поранился? Все, марш в класс. Ну что, Глент, как успехи с химией? Под чутким руководством хорошего учителя все прошло идеально. Аж двое, это вода, все дела, все легко. Я и не сомневался. Фу, а у тебя как вообще? Посуду разбили, малые, прикинь? Да ну. Что? Что? Покажи-ка зубы. Ой, дырка? Ну что-то мне кажется, дети знания использовали и против тебя. Вот же! Крысы мелкие! Тихо. Так... Просто еще их не воспитали. То есть мне нельзя их бить, да? Не надо. Что теперь делать? Снимать трусы и бегать. Ха-ха. Пойду помою рот. И улыбаться, главное. Мои хорошие детишки. Учить детей, конечно, максимально непросто. Поэтому немножко нужно отдохнуть. Так, будильник главное не забудь поставить. Готово. Хорошо, что перемены у нас по 40 минут. Ты чё спишь? Кобяков, давай просыпайся! Сразу утреннее селфи! А что с лицом? Я не знаю, это не я, это дети, это наши ученики! Какие ученики? Это не я! Ты чё? Пришёл, так уже было! Мне нужно с ними поговорить! Не так агрессивно, Кобяков!
Учитель искусства! Интересные уроки проводите! Я их сейчас... Дети, а ну все сюда! Прям четко написано. Ох! Я последний раз спрашиваю, кто это написал? Хорошо, не хотите по-хорошему, значит будет по-моему. Каждый из вас сейчас на доске будет писать Кобяков лох. Тишина! Намел, пиши. Слышь, а в чем план? Сейчас увидишь. Все, достаточно, достаточно. Следующее. Давай, ниже. Не надо, не надо. Я понял. Дальше. Стоп. Не надо дописывать. Теперь ты. Достаточно, молодой человек. Я сказал, да. Иди обратно. Чё смеетесь? Все написали через О, а ты написал через А, как на дверях. Значит, ты и будешь мыть двери. Понятно? Кобяков! Это что здесь такое в коридорах? Тихо. У нас здесь расследование. Ради этого и дверью можно пожертвовать. Это все он. Он и стены разрисовал, и двери. И меня вон разрисовал. У нас на канале любят наказание. Значит, будет наказание и для него. Вот он пойдет и все вымыет. Справедливо. Но пока все марш на урок. А ты жестко их. Ууу, плохой учитель Кобяков. Только это, сходи умойся. Главное, чтоб отмылась. Ну что, мои ученики, сегодня мы точно с вами выучим географию. Всякие страны поизучаем, где что находится. Так, что такое? Ну, как бы хватит уже сидеть, мы уже наснимали тиктоки. Вылазите из телефонов. Алло. Лучше зацени новый тикток. Так, стой, погоди, какой тикток? Все, мы уже повеселились, поиграли. Теперь давайте немножечко поучимся. Вот, например, где находится Париж? В какой стране? Так, походу, все становится тяжелее. Так, если меня будете игнорировать, я вам поставлю двойки. Никакого уважения. Ребята, на повестке дня очень важный вопрос. Дети отвратительно ведут себя в школе. Они все крушат, устраивают пранки, сидят в телефонах. Мне кажется, мы их разбаловали. Надо срочно это исправлять. Я даже боюсь, что они могут устроить. А если они школу спалят... Надо, ребята, вернуть их на правильный путь. Кардинально меняя подход к обучению. Слушайте план. Я думаю, ребята, что нужно просто найти к ним правильный подход. Так, я не поняла, где клоун? Знаю, с нами в раздевалку заходил, да. Впервые вижу ученика, который умудрился физру прогулять. Что-то, мне кажется, вы реально учеников не видели. Не торопите события, мамаша! Я здесь! Как ты меня назвал? Извините, вырвалась. Значит так, класс, начинаем урок. Налево. Бегом. И что, это все просто бег? Сколько-то какая. Спустила бы хотя бы собак на нас, было бы повеселее. Клоун, просто заткнись и беги, а. Итак, класс, переходим на шаг и выстраиваемся на разминку. На разминку? А это что, не разминка была? Так, клоун, ты у нас самый разговорчивый, будешь проводить разминку. Выходи, пожалуйста, в центр зала, будешь показывать движение, ребята, повторяйте. Первое движение. Я это повторять не буду. Я училке все расскажу. Ты показываешь что-то нормальное. А, я понял. Тамара Ивановна! Да ладно, хватит тебе, клоун, будем повторять. Во, переходим на вращение тазом. Молодец, Глен, у тебя талант. Да-да. Молодцы, разминка окончена. Ну, наконец. Но мы еще не закончили. Закончили. Так, ребята, в принципе, у нас сегодня по плану баскетбол. Можете поиграть. Ага, баскет это класс. Давайте 2-2. Чур я с малышкой Риви. Не называй меня так. Окей, я Серега, ты с Риви. Играем на одно кольцо до 9 очков. Окей, но играем на расстрел. Не, ну мы-то вдвоем должны его выиграть. Конечно. Мы согласны. Блин, ну я не умею играть. Не парься, Риви, мы их разнесем просто вот на раз-два. Бум-бум, шоколадка. Ребешки, давай, беги-беги, бам, вот сюда. И вот беги-беги. Опа! Ну что, ребятки, вы готовы? Я не слышу! Бей! И бам! Нормально! Я
давай. Смачно зашло. Жестко. Что было? Приземлило ударом тока. Что-то больше я не хочу с тобой, клоун, в баскетбол играть. А мне, кстати, очень понравилось. Я бы сейчас сыграла. Все, урок окончен. О, спасибо. Так, ребятушки, сегодня у нас сбор макулатуры. Поэтому я отпускаю вас домой. Но только для того, чтобы вы принесли все бумажные и картонные изделия, которые вам не нужны. У меня много всяких коробок дома. И книжки будут, я все принесу. Напоминаю, участие в данной акции помогает нам избавиться от ненужной бумаги и сохранить природу. А еще макулатуру можно сдать в пункт приема и получить за это бабки. Так, клоун, марш за макулатурой и жду вас в коридоре через 2 часа. Ого, нормально тут принесла. У меня, конечно, побольше будет. Нифига себе, у тебя столько книжек. Посторонись, Серега. Офигеть. Фух. А ты зачем так много притащил? Просто учитель сказал, у кого больше макулатуры, по-моему, 5 поставит. Ты не забывай, мы здесь только из-за клоуна. Да, что-то ты как-то увлекся. Да ладно, прикольно. Пойду еще поищу. Ну, мы свое дело сделали, можно и в класс. Мама Мия, сколько здесь макулатуры? Это ж можно сдать и целую неделю кутить. Так я и сделаю. А, главное, чтобы не спалили. Последняя тележка. Помни, клоун, это все для богатства. Раз, два, три. Блин, что-то выносил из школы много, а бабок все равно нет. Ну все, клоун, ты доигрался. Что такое опять? Украл из школы всю макулатуру. Это клевета и поклеп, я ничего не брал. А кто тогда брал? А кто-то? Это они. Не, нас к своим делам не приплетай. На, ты еще и заткнись. Нет, мы с Риви сидели в классе, у нас алиби. Ну, значит, это мелкий, он точно где-то пропадал. Клоун, ты что, офигел? Я больше всех макулатуру принес. Вон, ленты Риви подтвердят. Да. Все, таких хулиганов я в своей школе терпеть не намерена. Через час жду вас всех на совете профилактики. Клоун, ты офигел, что за постава? Ты сюда учиться пришел или фигней заниматься? Ты воруешь макулатуру, ты вообще понимаешь это? Ты больной. Так, ребят, не забываем, окей? Я пришел сюда научиться зарабатывать бабки. Я их заработал, все получилось. Так что, молодежь, спасибо вам. Прикиньте, я за день прошел все, на что вы 11 лет потратили. Заткнись, реально. Ну что, ребят, я крайне расстроена вашим поведением. В частности, вашим балбесом. В моей практике я сталкиваюсь с таким первый раз. Видимо, это всего лишь говорит о моей исключительности. Балбесов! Я понимаю, мои слова до вас не доходят. Поэтому я решила сегодня пригласить для профилактической беседы сотрудника полиции. Ну офигеть, клоун, спасибо! Теперь за тебя еще в полицию загремим. А это он. Мы-то вообще ни при чем. Мы ничего не делали. Добрый день. Здравствуйте, Михаил Иванович. Ну, что тут у вас произошло? Рассказывайте. Да вот, новенькие ученики, которых, видимо, не учили правилам и манерам поведения. Меня они слушать не хотят, надеюсь, услышат вас. Особенно молодой человек по фамилии Балбесов. Балбесов? Балбесов. Шеф, сдаюсь. Ну иди сюда. Давайте только без физического контакта. Ты что тут вообще делаешь, балбес? Учусь. Ты? Учишься? Да не смеши мои ботинки. А откуда вы его знаете? Да этого оболтуса все знают. Ты и сам-то считал, сколько раз нам попадал? Что ты забыл тут? Я же говорю, Иваныч, учиться пришел, знания в голову вкладывать. А что это вдруг такое случилось, что ты за голову взялся? Жизнь заставила. На работу не берут без образования. Вот решил подучиться. Ну, похвально. Так а что этот балбес тут учудил? Да макулатуру украсть хотел. Балбесов, так мелко. Не похоже на тебя. А эти? А это друзья его. Они так-то хорошие, но вот компания влияет. Ясно все. Короче, клоун, первое и последнее тебе предупреждение. Забирать не буду. Михаил Иванович, спасибо вам большое, я вас не подведу. Ботинки у вас такие классные. Спасибо. Я вас не подведу, вы лучшие. Обожаю. Ну ладно. В общем, я пойду грызть гранит науки, там, знания. Эйнштейн, таблица умножения.
А с нами что, нам можно домой идти? Так, ребят, да, вы можете быть свободны. Вообще не понимаю, что такие большие в школе-то забыли. Так вы с ним за компанию пришли. Поддержать решили. А, ну это похвально. Ладно, Тамара Ивановна, я побегу, дел еще много. Если что, звоните, я с Балбесовым быстро разберусь. Вот, сейчас посмотрим, сколько там времени. Так, что-то я не понял. Вам подсказать? А где телефон? А документы где? А кошелек где? Ага, вот Балбесов. Но он у меня попляшет. Учиться он пришел. Тамара Ивановна, всего доброго. Михаил Иванович, подождите! Есть клоун, как обычно. Да. Другой нас пронесло. Да, и день в целом хорошо провели. Что у нас там дальше по расписанию? Ты что, какое расписание? Я вообще здесь только из-за клоуна. Клоуна нет, меня тоже, я домой. Все, да, полностью согласен с Глентом. Да. Итак, ребята, забываем все, о чем я говорил раньше. Все крушить и ломать — это не наука, это вандализм. За такое в тюрьму сажают. Так что вы осторожнее, поигрались и хватит. Сейчас я вам покажу другой эксперимент. Он намного интересней, и ломать ничего не нужно. Спорим, я засуну вот эту салфетку в воду, и она останется сухой. Да это бред какой-то. А если на 100 баксов? Не, у меня нету. Ладно, смотрите, ребят. Засовываем стакан. Начинаем. И... оп. И... оп. Внимание, салфетка абсолютно сухая. Это фокус какой-то, я не верю. Это называется физика. Воздух в стакане мешает салфетке намокнуть. Так, что у нас дальше? О, звонок, ребята, все, урок закончился. А можно мне тоже попробовать? И мне. И я хочу. И мне. Да, конечно, давайте пробовать. Так, вот видите, вот так надо заинтересовывать детей. Пробуйте, пробуйте. Вау, она правда сухая. Ребята, сейчас я вам покажу элементарную реакцию. Для этого нам понадобится колба, в которую мы наливаем уксус. Хватит. Обыкновенный резиновый шарик и пищевая сода. Засыпаем пищевую соду в шарик. Опа. Ну, а теперь надеваем шарик на колбу. У вас все в порядке? Да, все хорошо, Владислав Андреевич. Детки. Ну, а когда все готово, нам нужно просто поднять шарик. И пойдет химическая реакция. Погнали. Смотрите, это газы. Химия? Вот насколько она интересная, ребята. Учите химию. Вау! Вот так вот, магия. Ну что, ребят, мы с вами уже научились рисовать, но нам нужно освоить традиционные методы этого искусства. Поэтому сейчас будем рисовать на холсте. Понятно? Да. Отлично. Так, давай, ты первый. Выходи, бери краски. Тебе нужно нарисовать землю. Держи. Так, мазками, мазками. Это искусство, импровизируй. Ну, нормально. Трава получилась, я считаю, отличная. Так, давай, присаживайся. Теперь ты, идем. Тебе нужно нарисовать человека. Вот здесь. Вот еще краски есть. Черная может. Нет, скучно. Правильно, творческий подход. Вот так. Ну, минималистично, красиво. Присаживайся. Так, теперь ты выходи, выходи. Будешь рисовать ракету вот здесь, вот до сюда. Так, какой цвет? Черный. Черный, держи. Так, ну ты смотри, аккуратно. Не испорти творчество. Ну все, молодец, присаживайся. Так, и теперь ты. Тебе нужно нарисовать небо и солнце. Почему у тебя солнце оранжевое? Ну, смотрите, здесь человечек оранжевый и солнце оранжевое. Солнце зарядило лучами в человечка, и он стал оранжевым. Это такая суть картины. А-а-а. Великое искусство. Ага. Ну, еще пару облаков. Все. Отлично, присаживайся. Собственно, вот такая вот картина у нас получилась. Сейчас я поставлю автограф. Готово. И отправим эту картину в музей А4. Что скажете? Круто! О, звонок. Урок окончен. Мы не сидим сложа руки. Мы учим будущее поколение. У меня для вас есть классная идея. Какая? Надеюсь, что они поснимаем? Ну, и поснимаем, и поизучаем географию. Я решил это все объединить. У нас будут не просто танцевальные тиктоки, а познавательные. О, Костя, ты как раз уже стоишь? Давай ты будешь первым. Держи глобус, крутишь глобус и останавливаешь в рандомном месте. И читаешь город, в который ты попал. А на монтаже я потом все сделаю, хорошо? Отличная идея, мне нравится. Давай. И улыбаемся, поехали. Ага. Париж.
Следующий. Пекин. Нью-Йорк. Лондон. Стоп, снято. Я сейчас монтирую, а потом вам покажу. Это буквально 5 минут, хорошо? Ага. Мне такие уроки нравятся. Соглашусь с тобой. Знания же можно получать легко и весело. Жалко, но это у нас был последний урок. Можете собирать свои вещи и встретимся внизу. Как быстро время идет. Мне так понравилось с ними веселиться и обучать их. Ну что, дети, учебный день подошел к концу. И мы с пацанами решили подарить вам памятные подарки. Значки А4. И диплом за классного ученика. Вот, держи, держи, держи. Класс, спасибо за такой классный день и новые знания. Мне так понравилось, Влад, Глен, Кобяков, Сергей. Было очень классно. А теперь домой потренируем раскидку на мираже. Ну что, ребята, бегите домой, бегите, бегите, бегите. Завтра увидимся.